1 июня председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел видеоконференцию с регионами страны по вопросам организации детского отдыха и оздоровления в 2016 году. В нем участвовали представители всех регионов, федеральных детских центров, лагерей, министерств и ведомств. В этом году, как отметил Дмитрий Медведев, в России будут функционировать около 52 тысяч оздоровительных лагерей и здравниц, которые посетят почти 8,5 миллионов детей. Из них 320 тысяч примет Черноморское побережье. В совещании принял участие и директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. За счет федерального бюджета в 2016 году всероссийские детские центры планируют принять более 60 тысяч детей. «Орленок» этим летом примет более 16 тысяч. «Океан», «Смена», «Орленок» и «Артек». Но я уверен, что в этих детских оздоровительных учреждениях все в порядке. Потому что мы, на самом деле, уделяем очень много внимания. В последнее время туда пришли значительные инвестиции, и государственные, и кое-где частные. Там действительно очень высокий уровень отдыха. Могу это засвидетельствовать, потому что был практически везде в упомянутых детских учреждениях. Но о чем я хочу сказать? У нас масса других детских учреждений для отдыха. Огромное количество. И их тоже нужно поддерживать.